Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Привет, Ух Геймс! Сегодня я тебе покажу наши постройки. Это мой брат. С ним мы построили эту постройку. Сегодня, повторю, мы с ним покажем тебе нашу постройку. Это военная база. Вот такая вот база. Очень много всего. Мой брат практически, точнее, вообще ни одного блока не поставил на моей базе. Но он много чего подсказывал мне. Помогал, можно сказать. Ну, давайте уже экскурсию проведем. Первое, что у нас есть, это казарма. Обычная казарма. Вот мой брат бежит. Здесь я особо заморачиваться не стал. Можно поспать, прилечь. Так. У нас есть военный самолет. Давайте сразу отплывем. Военный самолет, он летает. Может сбрасывать бомбы. Вот, летает, сбрасывает бомбы. Вот. Также есть второй самолет. Вот такой вот. Тоже летает на ускорителях. Я, правда, не стал делать особо какие-то модели. Я сделал просто, ну, воображением. Такие самолетики. Дальше у нас идет бункер. Заходим в бункер. Здесь, конечно, это бункером нельзя назвать, но компьютер, кровать, тортик со столиком, телевизор с приставкой там и диванчик. Так, ого, вот эта машина. Вот, уже подогнали мне ее. Здесь ничего особенного нет. Просто вот такая вот машинка хорошая. Здесь можно сидеть сзади, кстати. Так, машина стояла вон в том гараже. Ой-ой-ой, меня давит. Так, здесь у нас боеголовка. Ее, конечно, очень тяжело выпускать. Вернее, не смогу показать, как она летает. Здесь можно открыть ворота. Ну, как ворота. Ну и, собственно, взорвать. Дальше у нас идет вертолет. Пропеллер тоже крутится. Так, нужно взлететь. Как-то так. Вот вертолет хороший. Вот такой вертолет. Танк вот мне нравится. Там вертолет летает. Танк особо тоже я не делала какую-то модель особенную. Здесь есть, внутри я тоже так ничего практически не сделал, ну, вот так-то. Танк ездит, конечно же, ездит. Второе сиденье отвечает за пушку. Пушка, только она вот забыл крутящийся момент нормально поставить. Пушка вот такая вот. Сверху тоже есть пушка, она стреляет. Все я делал для телефонов, так как я с телефона, да. Ну вот. Стреляет. Я тоже могу пострелять. Такой вот танк. Дальше у нас идет корабль. Корабль, да. Здесь у нас кабина. Вот кабина тоже. Тут ничего нет. Сделал невидимые поля. Пушка. Пушка вот мне нравится. Хорошая пушка. Так вот. Пушка поворачивается. Не ездит. Стреляет. Внутри корабля, ну как сказать внутри, тут разные материалы, там конфетки, тыковка, вот, разные тут припасы. Дальше у нас что? Дальше у нас, ну, вышка. Вышка, конечно же, с российским флагом. Вот такая вот вышка с пушкой. Также сделал стену, чтобы было поудобнее, никто не залазил на секретную базу. Так. Еще должен показать вам вот такой вот, как это сказать, ракетную установку. Ездит вот эта вот ракетница очень хорошо, даже может дрифтить. Сейчас покажу. Ну, вот так. Тут есть, да, конечно, спускается, поднимается вот эта вот ракетница. Может пострелять в кого-нибудь. Вот девочка улетела.
Здесь у нас есть такой вот склад, домик с оружием. Вот здесь он находится. Также есть диспетчерская. Здесь у нас... Здесь у нас управление бомбардировщиком, ну, тем самолетом. Три рычага. Первый рычаг белый. Он у нас может следить по камерам. Не знаю, зачем я это сделал, но это удобно. Вот так вот. Вторая кнопка взрывает бомбы. Покажу. Вот. Так, это нужно сделать PvP режим. А желтая кнопка, ну, такая вот желтая кнопка, она скидывает как раз бомбы. То есть масло убирает. Вот. Вот такая у нас получилась база. Спасибо моему брату. Спасибо тебе, Ugames, за твои видео. Всем пока-пока. Привет, Ugames и его зрители. Сегодня я для вас покажу свой мини-город. Ну, а тут вот лес у нас. Просто деревья копированные. Озеро. Так, самое интересное. Домики. Какие-то домики. Вот потолок даже какие-то есть. Но в каких-то нету. Не знаю, почему так. Ладно. Ну, это домики, они копируются. Тут даже кулачок чуть-чуть. Вот, вот вылезло. Ладно. Пошли дальше. Тут него не хватило, то я удалял. Вот дома мой и моего друга. Никит. Я утем. Так, тут кот. Да, ванна. Душ. Тут аквариум. А вот моя хата. Террариум, лего, кроватка, PlayStation, будильник, наверное, или что это, я хз. Тут здесь у нас диванчик, посидеть, покайфовать, ну, телек, ну, это уже вы видели. Так, здесь у нас есть кухня, вот здесь вот, что-то готовить можно, вот столик стоит, я приготовил, вот помыться мы тут, посыпать. Так, дальше у нас простые домики. Здесь у нас гигантский домик. Это не домик, это бар. Какой-то он большой. Стоп, у него большой человек вместится. Ну такой, да. Ну не, большой не вместится. Кстати, чтобы стать маленьким, нужно сесть на стул, вот, сесть, удалить его, вот, нету его, и ровно за себя поставить, ну, не так, я чуть тупанул, вот так, и вот, и мы стоим маленьким, удаляем стул, и погнали, так, вот, больничка, это как мне в ее забраться, вот, ты кто, кстати, их 4 у меня. Было 4. Все потратили. Кроватка. Таблетка. Кост. Скорость здесь. Прыжок. Чего? Так, здесь у нас зелье. Так. Я чуть удалил. Тут еще одно. Тут точно так самое. Все только без зелья, но мне не хватило. Ну, я украинец, говорю, по-украински. Так, бум-бум, крываем тут здание, но они бесполезны. Вот Макдональдс, тут просто скопированы. Ну, все так же. Там еще одно, бар еще один. И, ну, много трех этажек. Ай! О, боже, этот бах, о мой бог, что со мной? Давай, давай! Это что? Пипец. О, наконец. Ну вот, Макдональдс. Ну, вы уже его видели. Ну и всем пока. Ugames пока. До встречи.